На РИА Новости вышла такая статья сегодня. В Красноярске нашли 9 младенцев, рожденных на продажу. Сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела о торговле новорожденными детьми разыскали в Красноярске 9 предназначенных на продажу младенцев и задержали 4 подозреваемых, сообщили журналистам в региональной главке СК РФ. По данным СК, в производстве следователей находится уголовное дело, возбужденное по факту продажи 2 и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Пункты А, З, части 2, статьи 127/1 УК РФ. Установлена причастность к торговле людьми жителей города Красноярска, в том числе имеющих юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах, а именно 37- и 33-летних мужчин и 31-летней женщины. Также задержана 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым. В настоящее время установлено местонахождение 9 младенцев, которые предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым, говорится в сообщении. В СК отметили, что все они помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается. По предварительным данным, в 2019 году предполагаемый организатор преступления поручил найти женщину, готовую родить ребенка и отдать его на продажу. Ею оказалась гражданка Казахстан. В Камбодже она прошла медпроцедуру и забеременела. Родила она в Красноярске в апреле 2020 года. По указанию подозреваемых в ЗАГСе получила свидетельство о рождении и оформила на них доверенность, утверждают в СК. Затем уехала в Казахстан, где получила деньги в размере 13 тысяч долларов США за передачу рожденного ею ребенка. А подозреваемый забрал мальчика из роддома для продажи. В отношении всех 4 подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления. Ну а на этом все.